Всем привет, с вами мистер Чейзер, и вы смотрите мой Just Play канал. И сегодня мы продолжаем... играть в игрушку под названием Shaun White Skateboarding. И в прошлой серии нам сообщили очень печальную весть, то, что мы сейчас будем уничтожать дирижабли. Я их настолько ненавижу, вы просто не представляете. Вот эти вот маленькие засранцы будут нервировать просто по-крупному. Или... Ох, если у меня получится это выполнить быстро, я тут, не знаю, буду сходить с ума. Вроде бы они, знаете, не трудные такие парни. То есть не трудные по качеству уничтожения. Извини, второго уровня флоу. Так он у вас постоянно флоу забирает. Ты тупо не успеешь достигнуть второго уровня флоу. Я уничтожал дирижабли посредством вот этих рейлов, труб. Ну как посредством рейлов? То есть я... Как делал? Я брал трубу и просто строил ей себе такой вот путь, чтобы можно было достать до дирижабля. Так. Блин, здесь труба, надо ее использовать и то дирижабль сбить. Эх, понеслась. Блин, не попал, ай-яй-яй. Опа. Получилось. Еще один. Нет, не убивай меня, дирижабль. Есть, сбил. Фух, повезло. Еще чуть-чуть бы, и он меня убил. Он просто превращает вас в серого такого человечка. Без эмоций. Поэтому... Как сказать? Они грозные противники, скажем так. Причем очень такие грозные, я бы сказал. Поэтому нельзя брезговать и пользоваться вот этими рейлами. Я, наверное, сделаю так. С помощью этого рейла вынесу его. Давай. Ну что такое? С помощью рейла это самый легкий способ. Только я до сих пор не понимаю систему, по которой убивать эти дирижабли можно более-менее нормально. Ну, система какая-то должна быть. Так, избежим его внимания. Где нафиг? А теперь иди сюда. Нужно прям ногами на него, наверное, зацепиться. Что, последний самый ненавистный дирижабль? Конечно, кто же еще? Вот на этом дирижабле я столько нервов потратил, когда первый раз игру проходил. Я уже даже не помню, как я его уничтожил-то. Блин, куда я приехал? Да, по траве как-то не классно на доске кататься. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что это? Пытаешься показать всем... Да ну... Скотина. Да что это? Вот так... Почему ты прыгаешь на этот уступ? Нахрена ты это делаешь, дурак? Прыгай прямо. Мне туда надо, внутрь. Да ладно! Да ладно! Я 2 часа отупил, чтобы завалить этот дирижабль, а тут так вот легко. Что за... А, черт. Так, сейчас я прекращаю записывать серию. Снимаю футболку
одеваю все на голову и бегаю по ком по своей квартире, как умалишенный. Обещание надо выполнять. Если я пообещал, что если я так сделаю с первого раза, то есть уничтожить эти дирижабли, то я так и сделаю. Это просто эпик. Как так можно? С первого раза этот сраный дирижабль. Это ж просто эпик. Так, здесь еще синие штучки. Потом мы их сделаем. Что здесь за испытание, кстати? Эйры на максимальное время. Ну, эйры это не так уж и трудно, в принципе. Ну, ну их нафиг. Так. Эй, хочу тебе кое-что сказать. Гадалка. Развлеките новичка. Отправляйтесь в ад. Да здесь черт знает какой бардак. Да, Джейпи, мы это изменим. Так, извините, я буквально на секундочку отошел. Помогите бунтарям использовать свои способности. Ой, помоги бунтарям использовать свои способности, чтобы превратить парк аттракционов в крутой скейт-парк. Окей. Всегда об этом мечтал. Надо выгнать оттуда голубей. Ха! Голуби! GTA 4, где ты? С саными голубями. Где там было задание уничтожать голубей. Правда, не помню, что за это давалось. Итак. Это довольно клевое, кстати, место. Давай, давай, ускоряйся. Давай. Что ты делаешь? Бесит вот это вот нехватка тяги, скажем так. Так, разгоняемся как следует. И поехали. Думаю, сейчас тяги хватит. Должно хватить. И все, разгоняемся. Следующее место какое-то непонятное, маленькое. Голуби, сдохните! Так, еще двое голубей где-то засели в засаде. Партизанят, наверное. Да. Вот это место продолжения, так сказать. Тут все, вот, так сказать, локации. Не локации, скажем так, а игровые моменты взаимосвязаны. Так, разогнали. Вон там еще испытание Шона Уайта.
где-то здесь. Все. Максимально длинную скейт-линию, чтобы получить больше фола и побыстрее. Я засекаю время, брат. Не надо никакого время засекать. Та-да-да. Классная музычка. Что это было? Так. Что, опять сюда же? Погнали. Самый простой способ набрать флоу. Блин, чуть-чуть буквально не хватило. Вообще чуть-чуть не хватило. Так, увеличиваем количество очков. Все. Не так уж и трудно было. Так, что еще? Вниз надо идти. Хорошо. As you say. Погнали. О, может испытание Шона Уайта открыть? Давайте сделаем так, пока у нас дофига очков лоу. Ну, относительно. Блин, что-то я туплю немножко. Бах! Сделали. Сейчас будет мини-игра, которую я не особо люблю. Но тем не менее, она здесь есть. Было круто, но смотри, не задавайся. Кое-что еще можно улучшить. Да, это я знаю. Электросистема. Может, ты выяснишь, что делает эта фиговина? Она была в ящике Лили для белья. Не рассказывай, что это от меня. И что... Что я в ее белье копаюсь. Конечно, расскажу. Нехрен в женском белье копаться. И мини-игры себе представляют такую... фиговую игру, если честно, где мы управляем шариком, можем прыгать. Но она настолько тупая, эта игра. Потом будут трудные места даже. То есть, вот таких вот игр будет полно. Мы должны вот такие красные места такие избегать. Потом будут очень трудные такие мини-игры, которые я не особо люблю, потому что они тупо у тебя забирают время и... как бы они вообще тут, мне кажется, лишние, эти мини-игры. Вот толку от них. Можно было сделать мини-игру, типа как в Mass Effect в первом, там, где вот взламываешь дверь, вот там было интересно. Там и на время прям сделано было, там классно был взлом сделан. Ну и все тут, что ли, да? Не, вот еще куда-то можно сгонять. Ну, не знаю, время пока позволяет. Не хочу эту серию слишком уж длинной делать. Не длиннее 20 минут. Это я для себя такую вот условность определил, что мои серии будут примерно 20 минут. То есть, ну, может быть, не ровно 20 минут, а вот в районе 20 хотя бы. Стоп. Так, что тебе надо? О, вот и ты. Отличный парк у тебя получился. Впечатляет. Но, может, тебе просто повезло? С другой стороны, если у тебя и впрямь такой талант, может, тебе еще раз повезет. Смотри, какие у меня крутые очки. Конечно, повезет. Эйрум на 150 метров.
Так, ну теперь я знаю, как делать правильно эйры. И думаю, даже с дирижаблями теперь проблем не будет. Из-за того, что я теперь знаю, как разгоняться. Причем классно разгоняться. Вот прям вот до таких вот высот. Привет. Тебя зарядить доской по носу. Я б с радостью. Потому что ты даешь тупые задания. Да. Это настолько скучно. Как и миссии в GTA. Привези мне машину и так далее. Какая отличная линия у тебя вышла. Теперь посмотрим, сможешь ли ты ей воспользоваться. Конечно, да. Так, делаем вот так, потому что это самый простой способ заработать флоу, как можно больше. Если кто не знал вдруг. Да, вот просвещу его. Лавочки, все, все будем обкатывать. Так, 1500 надо еще взять. Ого, где тебе столько найду? Поехали. Вот так вот, в принципе, можно найти. Потому что очень быстро собирается флоу. Смотри, то, что скорость хреновая. Давай. Увеличение очков вообще отличное. 1,7 уже. Все. Готово. И парк аттракционов заработал, но ненадолго. Какого черта? Все отключили. Блин, это подделка. Платить надо было за электричество. Это заплатить. Так-так-так. Всем успокоиться. Ничего страшного. Пойду посмотрю, есть ли запасной путь подключения к сетке комитета. Прошу меня извинить. Лили права. Посмотрим, что еще мы можем сделать, пока она разбирается с питанием. Ты туда. Ты за мной. Классное указание. Ты туда, ты сюда. Нормально. Че теперь? А, наверное, пойти в скейт-шоп Боба и скупить там каких-нибудь приколов. Каких-нибудь трюков клевых. А то как-то одними и теми же пользоваться тоже неинтересно. Хочется что-то новенького попробовать. Итак, что тебе надо? Давайте вот это последнее задание выполню и хватит. С этой серией. Если, конечно, мы не будем спать или еще чего. Не только тебе ведь отдых нужен, правда? Ты-то можешь игру на паузу поставить, а я нет. Это тоже тонкий юморок. Собери предметы на американских горках. Вот именно гнать, особенно здесь. Давай, 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 гони. Еще чуть-чуть. Давай.
тяга тебе не хватает, видите ли. Так. И... Блин, этот маленький кусочек, который я вообще не понимаю своего смысла здесь. Все, 20-е. Класс. Я этим занимаюсь и так уже. Какую серию? 8-ю, 9-ю, я уже потерял счет, если честно. Потому что я записываю сразу 6 серий подряд, наверное. Ну и давайте. А, ну вы даете, ребята, хватит. Опять мне по этому маршруту ехать. Давай, давай, давай. Собираем определенное количество флоу. И, наверное, завершим эту серию. Наверное, хватит. На сегодня. Конечно, в эту игру можно играть бесконечно, не выполняя задания. Она на это как бы и рассчитана. На интерес играющего. Понравится ему, типа, и не понравится. Ну, так как разработчикам удалось сделать игру, которая понравится людям. То есть, действительно, это вот такой вот old school, напоминает чем-то Тони Хоука. Ну, то есть, игру про Тони Хоука. Скейтбординг. Только, то есть, так сказать, с логотипом Шона Уайта. С логотипом, то есть с именем в названии игры. Пора тебе постичь сейчас новый стиль. Да. Дайте меня и здесь. Мой стиль. Ну ладно, давай, уже и твое задание выполню. Что до следующей оценки, и хватит. Итак, улучшим твои навыки. Да что их там улучшать, они так крутые. Тебе бы навыки скейтбординга улучшить. Я вообще не видел, как ты катаешься. Для начала. Хватит залазить на всякую чушь. А, надо станцию, наверное, сейчас сделать. Третий Burning Flow. Но если мне его не заберут, то это будет легко. Ага, окей. Выполнить комбинацию на 200 очков. А, ту, рейл. Готово. Это было легко. Заходило что-то починить, а теперь деваться некуда от агентов комитета. И на связь она не выходит. Пойду ее поищу. Поищи, поищи, может получится. Ну, а я на этом, наверное, прерываюсь. На этом пока что все. Пока на этом был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Ну не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание. И пока. Чтоб подписался на мой канал, понял, раз ты человек.